Так, Венера. Венера, экспозиция. Перебарщиваешь с английским уже, да? Экспозиция на минимальных настройках. На минимальных значениях. Это что? Вот Плеяда. Очень красиво. В общем, все это буду сравнивать на большом экране. Здесь, конечно, это выглядит не фонтан. Да, даже при низких значениях примерно та же размазня. Когда мы убегаем. Ну и да, все равно сияет. Фазу видно. Луны. Да что мне Луна? Венера, что она наполовину освещена, да? Засветка явно идет. Так, поехали Луну. Мы сегодня красиво сняли, как рядом с Луной. Вот там сейчас Геркулес и Аполлон. Видно их, не видно? Я не вижу. Ну, то есть визуально вижу, но экранчики не вижу. А, вон они. Между Геркулесом и Аполлоном пролетел МКС. Да, даже когда стемнело. Даже на низких настройках ISO идет засветка. Ладно, будем пытаться искать оптимальные способы работы с этим аппаратом, вновь приобретенным. Лады, 2 апреля 2020 год, Харьков. 50-я параллель северной широты. Пошли смотреть все на экранах. Зараза, что ж так хорошо? А ну вот. У нас пояс Ориона. Не, никак. Ладно, не будем мучить себя и камеру.